Ребята, если честно, я, конечно, ничего не хочу говорить, но я попал в новый сервер Old Nice. Объясню, что произошло. Ну, дело в том, что я сейчас тестил за сервер, но там, к сожалению, как обычно, неадекватные цены на машины и так далее. Ну, я надеюсь, что тут все будет полный правда так. Old Nice. Это те самые пацаны, которые создавали Мирекс 2.0, вот эти все остальные. Еще какая-то там была тема. Вот, и они создали Old Nice. Ну, не знаю. Мне самое главное интересно, что по контейнерам, что по ценам автомобиля и так далее. Так, ты попал мне раньше, здесь много всего интересного. Меня зовут Джуди Альварес. Пока я помогаю новичкам. Что-то такое ощущение, как будто я в GTA 5 RP, по-моему, попал. Ты, как я вижу, только зарегистрировался. Соответственно, у нас для тебя подарок. И скутер. Сам разберусь, детка. GTA. Шибло. Это вы так выглядишь со мной, очень серьезно. Офигеть. Убранник. Квартира, почтальоны, сарубы, инкассатор. Я думаю, здесь контейнеров так и не будет. Соответственно, поэтому... Ничего страшного. Шахтер даже есть. А, нифига. Это мне улица. Почтальон. Ага. Моя нефтевышка. Оплата штрафов, мой бизнес. Мой рынок. Понял. Пока непонятно, но очень интересно. Так, свободные дома показать. В этих местах свободный бизнес. В тех местах свободные мешки. Что? Я хер не знаю, что-то сложно так-то. Так, пускай будет так. 10к. Чё, пацаны, новая жизнь на этом. А где я вообще? Не хочу, сын, ничего не пойму. Я на острове. Это тот самый остров, где тюрьма была, типа. Я правильно понимаю. Сюда по всему так. Не, вообще выглядит красиво. Прикольно. Кипец просто. Похоже, у меня тут будет реально сложно. Где-то за странный можешь выбраться. Зажми Дел на клавиатуре. Прикольно. Да. А, понял. Нашел. Это вообще что? Банкомат. Ясно. Закусочный. Награда. Необычно. М9.
Скудер. Опа, несе скудер. Чувате, несе скудер. Подожди, а как отсюда выбраться, да? Вот в чем вопрос. Подожди, не то, чтобы побегать. Водный транспорт. Стой, Сус, это ж дом. Да хера, конечно, ну вот капец. Так. 200, 180, 300. Ясно. Блин. Так, а вон там то что это? Я вижу какой-то значок непонятный. А, типа переход. Или что-то подобное. Водная переправа. Ага. Нифига себе. Хрен себе, переделка. Такой в реально шум не был. Транспортное средство. Тренажка. Вон где там всякие. Даже приятно, что Мерседес, ФЧФУ. А, да. Феррари Италия, как обычно. Судя по всему, тут прям реально качественно. Шрон у нас 4 миллиона 100 долларов. А, тут в долларах. Если мы заработаем 4 лямы, мы заберем шрон. Цены, я думаю, адекватные. А, это последнее, да, что? Дима, 6500. Ага, я понял. Вышки прям нормально, 730к. Тут получается вся машина сразу. 700к. За геймит. А, твою мать. Так. За Мерседес АМГ. Пожалуй, это все даже херна есть. Опять в 90-630к стоит. Ешка 630. 620. Вполне нормально. А где раска 6? Ну, 580. Слушай, да мне пока прям нравится. Пока прям нравится, прикольно. Ауди S5, ну, я считаю, что уже можно что-то типа новое Ауди поставить, ну, прям, да. Пускай будет так. 10. 5-10, конечно, да. Такое для меня лично. Это уже, ну, Порше Панамера. Это, 320. Сейчас цвет поставил. Во. 320. Что-то другая похоже. Первый раз такой вижу. Да, еще морда такая загнутая, как он 5 в 90. Lexus. 370. 360. То есть здесь распорядок такой, что он на повышение идет цена. Сашка, 630, как обычно. М2. 250. Я предлагаю что-нибудь такое заработать.
И прям по цели. Мы, наверное, все-таки начнем с какого-нибудь старенького автомобиля первого. GTA. Ай. GTA. Кстати, нормально. Тот, который я покупал, сколько 98к стоит? Нормально. 90к, Nissan 350Z. А, 370. Путаю, вишню. Они просто очень сильно похожи, поэтому как-то да. Так. То это Mark 2. Типичная тема за 75к. Типичная тема. Сенсильная. Мышки, вот эти последние, которые... Рера, Нива. Фактус. А, не 3000, я понял. 190, ножки. Самое последнее, это то, что у нас Волга остается. И вот это вот за 3 ножки. Цвета такие оригинальные. Зеленый, знаете, как прям по сторонам, ну, кто-то вот. Старинная тема. Синий тоже вообще старинная тема. Фиг вы знаете, чем, ребят. Как бы этот цвет, это нравится. Прикольно. Черный, конечно, да. Банально слишком. А, то есть вместе с салоном сразу меняется. Прикол. Давайте сын. Вроде прикольно. Вроде оплату. А, налички. Еще 7к плюс в подарок. Так, выполнено задание. Приобрести волну. Спам. Автошкола, я забыл. Автошкола. Ой, где палки? Сюда посмотрим, где-то здесь недалеко, да. Сколько она 2 минут стоит? Блять. Что? Серьезно? Что за фигня? Что завести надо? Чё? Что-то одного понять не могу. Сейчас проверим настройки. Ну или что? Что не так, я не понимаю. Раз, и что? Окей, пойдем задом. Я уже прошу пешком просто побежать. Я не понимаю, что за хитрум. Так, я сейчас нахожусь.
Где? Ага. Значит, нам надо вот в ту сторону бежать. Давайте еще раз заспавним эту валану. Взять что-то одного понятнее. Икс. Двигатель включен. Да ну нафиг. Эй, это типа так и надо было, да, сделать? Просто. Взяки сосуда тут нету, конечно, но типа не нужно будет. К черту на все равно. Шесть от первого лица. Тоже, соответственно. Мы пока мы летим. Сколько стоит вообще? Будет смешно, если просто 10к это будет стоить. Это же вполне нормально. То есть автомобиль. Да. Я надеюсь, там правильно читать ничего не надо, типа. Вы проявили лицензию. Погодите. Бац, так, хорошо. Мы купили лицензию. Заработал причем. Так, я сейчас теперь могу сесть. А, микс. Происходит. Смотрите. Это сейчас нажимаю, да. Смотри, сейчас чувак. Короче, у нее какая-то задержка с поворотом. И я сейчас реально хреново такой, типа, нажимаю. Вот так вот, нажал. Все, машина просто поворачивает направо. Я такой, типа. Такое ощущение, что у нее просто задержка на минуту. Я не знаю, почему, но это очень странно. Я не представляю, что было бы с рулем, если бы руль поставил. Тогда было бы очень смешно. Я думаю, как-то так. Я не знаю, что будет в следующей серии. Очень будет интересно. Потом на этом все. Вот такой примерно обзорчик. Попали, хер знает когда. Реально красиво. Прикольно. Не, больше не. Все, на этом. До новых встреч, всем удачи, всем. Пока-пока, друзья.